Откуда? Вы куда идете? Мы Даша. Даша где? В больнице. Вы ее навещать идете? Да. Молодцы. Вот он, он залезает сам. Не трогайте! Я думаю, так пытался. Вот он. Надо его потрогать. Нет, нельзя, Рубин. О, все собрались. Почему? Смотрим на богомола. Ну что он может укусить? У него там, видишь, там на попе у него... Да ничего он не кусается. Шип. Там шип сзади у него. Он стоит. Не трогай, он тебя укусит. Я пусть его потрогай, давай. Интересно. Мне очень интересно. Укусил? Нет. Он такой миленький. Возьми его на пальчик. Я хочу посмотреть. Видишь, он боится. Нет, листья. Слышь, он как кузнец боится. Осторожно, он может быть. Замети его кто-то. Не хочу его брать. Он туда ко мне. Он чешется. Где паук? Вот, вон там. Мама, паук и богомол. Интересно, а будет драка? С ними. Вот они сейчас надо его туда повезти. Дача! С ними! Где паук? Богомол будет дача! Паюком! Где паук сам? Вот он! Вот, видите паук? Да. Сейчас они будут на друг друга охотиться, увидят только. А вот паук! Богомолчик, иди, богомол, иди, богомол. Во! Богомол. Да блин, богомол. Не, они друзья. У них хорошие взаимоотношения. Не. Да. Больше никогда не взяли богомола. Я уже один раз его взял на ногу. Мама, представляешь, только что он был. Где вот здесь на листике, я такой иду, посмотри на нее, он вот так прыгает. Я его вижу, он прям на ноги мне приземлился. А где паук? Мама, я его пальчиком тронула. А где паук? Каючку. Паук наверху. Нет, вот он. Где? Богомол. А где богомол? Нет, да блин, он хороший. А где паук? Вот богомол, вон паук. Вон паук. Лазит. Человек-паук. Боюсь, я тронуть. А мультика такого я не было. Человек-богомол. Человек-богомол. Кстати, есть. А мы тут на богомоле остановились. Ну все, идите. Мама, я в желтой сумке дала это Даше. Ну, взяли с собой. А поглазила ей брюки? Да, поглазила. Легко. За это. И еду я там положила, котлет. Ну все, пока-пока, Вениамин. На спину, Вениамин. Вениамин. Пока. Давайте, пока. Все. Кто остается, остается. Рубин только остается. Нет. Рубин, все, пойдем. Все, все, ты че? Пока. Это они не меня. Я буду с богомолом. Не, пойдем уже. Просто он такой милый. Да идем домой. Я взял его. А если взять вот так? А что ты боишься рука взять? Потому что у него иголка. Да нет у него там иголок. Он не кусается, что ли? Нет, он не кусается вообще. Мама вот так хотел меня снять, чтобы упасть. Мама, я думал, что богомолы убивают пауков. Нет. Вот, а еще нас благословили вот такой вкусной сливой. То есть симфонии. Владик купил. Та-дам! Называется эклеры. Такие маленькие. Ну. Я себе вот такой решила бутерброд сделать. Это паровые котлеты. Это наш новый список в связи с тем, что Любы нету, Даша в больнице. И мы убрали двоих и добавили Сёму. И они вот выполняют на каждый день задания. Вот сегодня у нас, например, четверг. Милан у нас гладит, моет унитаз.
честно говоря, она пошла гулять. Ну, вот так. Мария должна заниматься Сёмой, разбирать вещи. Это мыть полы обозначает, каждый значок что-то обозначает. Заниматься с Натаном, с Рувимом, а это готовить одну песню. Это посуду мыть, это Библию читать, это развешивать вещи, обозначение, это зеркало мыть, это в коридоре обувь складывать, это носки разбирать, это шкафы мыть, это лестницу пылесосить. Так, что у нас тут еще есть интересное? Вот это обозначение унитаз мыть, это мусор убирать, у нас всегда много мусора. Вот это гладить, это утюг. Вот, каждый значок что-то обозначает. А буква это обозначает, с кем девочки занимаются. Вот, например, Мария, например, вот в понедельник занимается с Натаном. Например, с ним учит цифры, буквы, ему у нас 4 года. Вот. С Рувимом. Он уже читать умеет. Получается, он читает и пересказывает. Вот это значок обозначает это одну песню вечером мы поем. А вот это чтение Библии. То есть читает Библию этот ребенок. Вот. Ну, вот такой список у нас каждый раз меняется. Каждый раз по-разному. То есть каждый занят по-своему. Кто-то... И кто полностью выполняет все, тому привилегия играет вот на компьютере. Ты сегодня что делал, Рувим? Да. Да. Я носки разобрал. Носки разобрал. Так. И еще Библию сделал. А, Библию сделал. Вот. И он заслужил играть на компьютере. И он играет только часик. Чтобы и другим тоже досталось возможность играть. Так что составляйте список в своей семье и позволяйте ребенку играть только час. Это достаточно. Ну, потом, если он хочет, еще можно что-то по дому сделать. Мультики никто не смотрит. Все пошли к Даше. Остался один Рувим дома. Все пошли к Даше. А еще мне очень нравится мой светильник. Потому что он прилепляется. У него такая прищепочка сзади. Вообще, вон какая. Очень удобно. И берешь, можешь хоть куда его прилепить. Вот сюда я прилепила. Это мое место, где я могу сидеть, читать. Вообще, мне очень нравится вот эта фотография. Это вот тут мы с Владиком и Любаша. Только-только родилась. Такая маленькая, хорошенькая. Мои засушенные розы. Читает вот эту книгу. Слушайте Бога. Каждое утро. У Рувима вот такая машинка. И он с ней играет. Богомол меня любит. Я буду гонять их. А кто буду гонять? Вот как. Они кушают нас всем. Они мишки кушают. Они кушают вот это. А им нельзя это кушать. Смотри. Ничего а он не пьется. Но он все равно... Ой, он шикарит! Шикарно так! Ну, смотри. Вау. Поцелуй его? Нет. Бери его. Смотри. Смотри. Да. Ну-ка. Давай. Быстро. Он весь желтый. Ой, как он желтый. Он, наверное, кушал. Испачкался. Мама. Там кушал. Все. Во. Как он красивый. Это будет твое домашнее животное. Мама, я тоже хочу такого. А где я тебе найду его? Надо искать. Иди везде. Погоду ищи. Богомол, у меня есть зеленый жук. Конь сидит. У тебя домашнее животное богомол. Полетел, мама. Где? Он улетел вон туда. А я богомол. Улетел? Да. Ну ладно. Тебе что делать?
Пытаюсь. Мы сейчас отправляемся к Даше в больницу. Ну вот, это областная больница. Детская, да? Она только не с внешней стороны, а сзади, получается, да? С торца. С торца. Не с фасада, а с торца. Ух ты, какой красивый самолет. Когда-то была построена еще в советское время. Как в советское время закупили в нее все, кровати, оборудование, так до сих пор все работает, все лет по 30. Само здание добротное, хорошее, но уже требует реставрации. Мама, я по этой... Как чинишь, у порога перестанется персонал, грамотный. Вентилятором не пользуешься? Нет. Его забрать, наверное? Да. А у меня в комнате вентилятор. Чтобы потом много вещей не тащить. Что говорят по выписке? Что вы еще не сняли? Нет, и что? Какой швы снимать? Мне сказали максимум там, минимум через 10 дней снимают, а максимум 2 недели там. Ну уже неделя прошла? Неделя, а не две же. Ну две не хочу, как бы, но по выпискам еще ничего не говорят. Значит, в понедельник кто будет это снимать? Антибиотики мне этот сюда вливает. Что? В понедельник, вторник, если снимешь швы, значит, это в пятницу выпьешь, следующий. Еще неделю, конечно. Или тебе тут нравится? Нет. Нет? Ну, уже все документы тебе сделали, чтобы на паспорт подавать. Нет. Вот уже в начале октября брать талон. Думаю, хорошие оба. Люблю вас. Давайте, обнимашки. Вот так. Все, все будет хорошо. Скоро будешь дома. Окей? Давай, пока. И цветочки растут в областной больнице. Еще и ремонт идет, да, Владик? И там у них тоже идет ремонт. Бойерки. Написано вот так. Где? А, он там? Да. Не поймешь, то ли это по 3, то ли это по 5, то ли это по 11. Сколько на магистрали? Разобрали все. Вот эти вот. Не эти, но вот эти вот 54. Mm-hmm. От, вот это вот 59, вот это вообще. А я за 54 купила. Три. 3D-шка, да? Прикольно. Я вот текущий обман. Что-то там расческу взяла. Телевизор хотел. Дашка, кстати, спросила. Мокрый сухой.
Сейчас уже папа выходит. Мы там есть слайм за 20 гривен. Что? Зачем вам это? Я куплю. Зачем тебе он? Это не лизун, это слайм. Ну, зачем он нужен? Он не прикрепляется. Потом, чтобы выкинуть его, да? Нет, я буду вот так змять. Не зачем? Чтобы было хорошо. А тебе что, так плохо, что ли? Нет. Тихий будет еще лучше слаймов. Зачем они? А зачем они нужны? Ну, просто антистресс. Ну, стресс... а что? Какой у тебя стресс? Какой тебе снимать стресс? Если тебе ты злой, надо вот так делать. Это не муха, это пчела. Что пчела, это? Ничего себе. Какая-то гигантская муха. У нас папа никак купить не может тетрадки. О, еще один. Что так долго? Она вообще невероятная. Я говорю, долго работает. Она на технике сделали. Он здесь мокрый. Еще там сосиска в тесте, да. Маленькая, 1 гривна. Там 1 копейка. Блин, хватит придумывать. Или огромная. Мам, представляешь? Фантазер. Там, там шаурма большая стоит, знаешь, сколько гривен? Сколько? 30 гривен. Меньше, чем у нас. 200. У нас маленькая шаурма стоит 32. Маленькая. А там большая. А там бабуля вас балует, да? Меня нет. Нет, тебя не балует? Баловала. А ты слушаешь ее, она будет я тебя баловать? Да, конечно. Всегда. Ага. Я ее люблю, я ее всегда. А почему-то тогда она Вениамина взяла и Софи, да? Она да всегда меня берет. Мы сели, а он вышел. Маршрутка. Вот такая маршрутка. Ой. А-ля 90-е, может быть. А-ля 90-е. Точно. Может, когда у нас будет микроавтобус, возможно, будет Костя телевизор. Спрашивает. Там будет телевизор такой. Можно было бы мультики включить, когда мы ехали в путешествие. Она мечтает, слышишь? Мама, я мечтаю. Ну, почему? Говорим, хорошо мечтаешь? Правду. Ну, правду? Привет. Можно мне тоже попить? Вы почините мне капот. Починю. Спасибо. Это сюда. Надо 5 деталей. Где там? Эй, это бензин. Это моя зарядка, ты что? Бензин. Эй, у меня нет бензина. Надо тут бензина. У меня есть много бензина. Давай, покажи, сюда. Морожка. Мороженое или мороженое. Тем временем всем нарезает эту вкусняшку. Морожка, мороженое. И все в ожидании и трепете едят эту нямняшку. Вам нравится эта нямняшка? Я тут! Я берет! Тебе нравится нямняшка? Я иду. Нет. Значит, нравится. Вы хотите есть это? Да. Мороженое все любят. Детки, конфетки.
Ой, спасибо большое. И это все мне. Нет. Почему нет? Потому что я это сейчас сама все съем. Нет. На, кушай. Ам, 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 ам. Я мама съем. Давай, ам. Это я. Ам, ам. Я мама. Я тоже. А мама дарит тебе. Ням, 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 ням. Мне Люба подарила вот такой ночник красивый. Сегодня пришла домой.